Итак, отправляемся на морское задание. Сейчас пойдем в крепость, возьмем его и отправимся. Ой-ой-ой, я не хотел уплывать. Эй, Наванда, паруса убрать! Ты как я быстро уплыл. Там плывет. За бортом! Капитан упражняется в дыхании под водой. Да. Принять, понятно, хорошо, просто топите из канонерки, черт возьми, да это вообще как нифиг делать. Так, где канонерки? Это вот тут отмечено задание. Серьезно, мне предложили какие-то канонерки затопить. Темные делишки. Так, где топить канонерки? Я его не вижу. Честно говоря. И даже нечестно говоря, я его не вижу. Серьезно, я не знаю, где это задание. Или это как бы любые три канонерки? Ладно. Темные делишки. Ну ладно, отправимся сюда. Вообще, куда нам лучше отправиться, я сейчас думаю. Отправимся сюда. Почему бы и нет? Почему бы ни хибару нам ни себе не отхватить? Какая тут самая близкая точка будет? Ну вот, вот довольно-таки близкая. Crooked Island. Нельзя. Ладно, корабль. Переместимся, и будет можно. Возвращаемся. Будет у нас две крепости. Это что, это канонерки? Почему недоступно? Черт возьми. Извиняюсь. Надо придется плыть. Вручную. О, человек за бортом. Так, а теперь-то можно переместиться, нет? Надо просто проверить. Тут что можно? Акула-бык. Почему? Я не понимаю, почему оно недоступно? Это аутполит. Ладно, плывем вон на ту точку. Которая очень далеко от нас, но мы туда плывем. Справа! Нас носит к берегу! Спустить все, кроме гротов! Ослабить бизань! Отдать все! Вперед! Идем, ребят, на всех парусах. Черт возьми.
Отбор! Человек в воде! Кэп! Плывем полпути. Нет, меньше получил. Полпути проплыли. Тут нужно быть поаккуратнее. Давайте грохнем эту лодочку. Блин! А нет! Так их, да! Шкура. А, просто можно любую канонерку. Живо, оглохнуто! Счет, крепость. Вижу порт, капитан! Маневрируем! Что-то прям заплыл прям в зону поражения. Какой был залп, ребята. Репит, все на себя! Выбирай, выбирай до конца! Надо подплыть! Так, так, уплываем, уплываем быстрее. Разворот. Рифи, Марселя и Бранселя! Дроп к ветру! Бранселя убрать! Абордаж, ребятки! Где там народ? Канонерки, значит, можно топить любые, ладно, это не трудно. Причем канонерки, это мелкие суденышки. Канонерам починить галку. Починить галку, я думаю, или отправить ход каноэ. Пройти во флот Кэнуи. Галк еще не, нам не нужен еще один корабль. Держаться, парни, мы сходимся! Спустить вам Брамселя и Марселя! Убрать крюч! Полный ход. Даже не знаю, что это канонерка, кстати. К бою, живо! Так, нужно уйти. Так. О, нам успели. Я его даже не вижу толком. Уклонимся. Похоже, будет шторм, капитан. Только после того, как я тут все разрушу. Что-то у меня кончились штуки для мортир. Ударим по этим башням. Ядрышки кончились. Ударим по ним здесь, Кэп. От ветра! Только дайте знать, капитан! Пушка готова! Они
сейчас начнет. Накидывай! Разворот! Ложись, мартир! Раздать! Образу ветрее к ветру! Работай! Убавить парусов! Минус башни. Проблемы? Готов, сэр! Проникнуть в форт можно. Меньше ход! Убавь парусов! Убрать! Убрать! Скорее! Проникаем в форт. Эп вернул за борт! Как удобно. Но это в игре очень хорошо реализовано. Когда у тебя корабль сильный, это просто, это сказка. Ну, сами видели, ребята. Помните, нам не обязательно драться ни с кем. Нам нужно... Нам нужен капитан. Получай. И все, тебя нет. Пиратский флаг. Зашибись, открыли море. Еще один новый кусочек. Сразу видно, где охотится. Потрясающе. Я доволен. Нам нужны ядра. Испанский форт. Купить боеприпасы. Тяжелые ядра. Да, мне несколько раз использовали. Передние, по-моему, тяжелые считаются, да? Мортирные пустые. Надо купить еще дополнительный отсек для мортир, потому что... То есть для... Так, улучшения. Серьезно, мне не хватает... Отсек для тяжелых, для мортирных отсек. Для зажигательных пофиг, для тяжелых нормальных хватает боеприпасы теперь. Тяжелые мортирные. Все, 20 штук. Que los vientos le sean propicios, señor. ¿Cómo могу скрыться? Интересует? Скрыться? Нет, спасибо. Мы и так скрыты. Еще 6 улучшений. Спасибо. Мы, может, потратили бабло. Продолжаем развлечения. Даже теперь нам поплыть. Кстати говоря, давайте поплывем вот сюда, на Черный остров. B.I. Black Island. Как всегда... Почему оно постоянно недоступно? Я этого просто не понимаю. Так, поплывем туда, на Черный остров. Там нас ждет какая-то награда, ребята. Свободу так, гротам! Блин, так сказал, свободу гротам. Что за корабль? Шхуна. Полно. Канонерка еще там плавает. Канонерку мы грохнем. Блин, 5000 километров. Я могу вообще на таран взять, кстати говоря. Или я могу носовыми, тяжелыми пушками. Ладно, не плевать. Шторм он... Ой, с какой стороны? Идем на столкновение! Кстати, да! Ха-ха! Да, так и!
и в щепки! Ударим по ним здесь, Кэп! Мы готовы! Только с... Готовы, кому сэр! Кому нужен ваш абордаж? Мне лишь бы протаранить. Продолжаем плыть, ребята. Испанские кораблики еще будут. В этом я вам уверен, ребята. Шхуна нам не нужна, мне нужна канонерка еще одна. Долгий путь, ребятки, давайте поговорим. Вообще, отписывайтесь в комментариях, как вам игра почаще, потому что мне интересно, не знаю, мне нравится. Я понимаю, да, это не тот ассасин, я с этим полностью согласен. Я сам это говорил, что даже в третьей части ассасин уже был не тот. Это был не тот ассасин, которого я любил, с которым я играл когда-то. Блин, это странно звучит, я играл с ассасином. Какие игры мы с ним могли играть? Под волну идем. Но мне нравится эта игра при этом, потому что с этим, ну, примерно тот же. Мне кажется, игре надо вернуться к корням, то есть поменьше моря. Это хороший эксперимент получился. Да, эксперимент однозначно удался, и он очень хороший, но я считаю, что в следующий раз, когда Ubisoft будет делать следующую часть, они, скорее всего, ее уже, конечно же, делают. Что там, канонерка плавает? Или фрегат? Я разобрать не могу. Шхуна. Что за этой... Шхуна просто в сундук. То есть не сундук, а припасы на море. Планение, это что? Опять же шхуна испанская. И канонерка нужна. Ну так вот, я считаю, что серии надо возвращаться к корням. Больше земли и больше таких скрытых убийств и все такое. Меньше огнестрельного оружия. Я считаю, просто... Банально можно вернуться к корням, и все. Банально вернуть их в прошлое, потому что столько есть вариантов. И Древний Египет, там уж точно огнестрела не будет. И Древний Египет есть как вариант. Черт возьми, почему остров уже сбоку? Я куда-то заплыл? Да, походу я взял немножко неверный курс. Ладно. Заговорился, меняем курс. Мне кажется, или там шторм сзади меня начинается? Ладно, раз таки плывем. Здесь я шпатоваться не буду. Вообще паруса у нас прикольные, вообще все прикольно. Так вот, я считаю, игре пора возвращаться к корням, в Европу. Чтобы здесь это была Европа и лучше средневековая. Мне кажется, это обрадует всех фанатов. Нет, фанатов все обрадует. Фанатов Assassin's Creed, таких как я, их обрадует абсолютно все. В принципе, так и есть, меня это все и радует. Я просто говорю, что да, можно было бы так, но играть я все равно буду. Ну и Ubisoft, в принципе, наверное, на этом она и спекулирует. То есть, ну, типа, фанаты купят, и нам не надо вообще стараться, все равно купят. Хотя нет, я верю, что Ubisoft все-таки... Ну, не то чтобы, конечно же, они это... делают все из-за денег, естественно, но, конечно же, любовь к игрокам тоже является фактором, потому что иначе бы они не стали читать наши отзывы, потому что они действительно не читали отзывы. Канонерка, вот, кстати, канонерка. Нам ее нужно сокрушить, то... Погода не к черту. Нормально, переживем. С той стороны она не к черту. И приятно, что у нас задание все на экране, то есть никогда не забудешь, что ты делаешь. Мне вообще нравится. Правильно сделали изменения. Да, у него уязвимое место, сэр! Блин! Плотнее водички! Задание выполнено. Испанская чума. Морской контракт. Третий? Серьезно? А я что, уже два выполнил? Плотнее водички! Не до ящиков мне поплыл вперед.
Долго же еще плыть. Шторм сзади нас, по-моему, нет. Нет, пока что шторма не... Прикольно было, если там рядом был бы шторм, а мы можем плыть и, так сказать, не попадать под его влияние. Сейчас врежемся в корабль. Пли! Они отвалили! Они совсем близко, Артика, по ним, сэр! К бою готов, сэр! Блин! Подходящая дистанция! О, мне даже сообщение отправил парень. Он меня просто спрашивал, там, как Assassin's Creed, нормальный, нет? Ну, нормальный, нормальный. Очень даже. Вот не то чтобы нормальный, хороший. Фанаты оценят, опять же. Если вы никогда не играли в Assassin's Creed, вы тоже оцените, потому что вам будет казаться, вроде бы неплохо, смотрите, как интересно. Но вам сюжет может быть немножко непонятен. Я вообще, я фанат Assassin's Creed, я готов играть в любую игру, на которой есть надпись Assassin's Creed. Нет, серьезно, в любую, абсолютно в любую игру. Ну, кроме какой-нибудь игры на Фейсбуке, где надо будет, не знаю, нажимать на кнопочки. Нет, это скучно. Я имею в виду любую такую полноценную игру, даже на PSP, на Vita. Bloodlines, я хочу в Bloodlines поиграть-то, и Assassin's Creed, который на Vita вышел, то есть на PSP давно, и там мы играем за Альтаира, действительно, возвращение к корням для меня будет. Я удовольствие явно получу. Да, на Черный остров плывем, ребята. Край света. Черный остров переместится сюда. Да, там будет нас ждать какая-то награда. Ладно, переместимся.